Трапеза единомыслия. По инициативе владыки Луки за одним столом собрались руководители религиозных конфессий региона. На мероприятии побывали и наши корреспонденты. Что могут сделать лидеры религиозных объединений, когда в стране обострилась конфронтация, решают во время общего обеда. По большому счету, трапеза – основа любой культуры, ведь главная цель такого собрания – социальная коммуникация. У Платона есть мудрая мысль: если ты кушаешь сам, ты кушаешь впустую. И поэтому как раз общение друг с другом за трапезой, когда за трапезой всегда стараются сгладить всякие такие острые стороны, наоборот, найти консенсус, найти единомыслие и понимание. Я надеюсь на то, что вот эта ситуация приведет к объединению христиан, и тогда всем нам станет лучше, потому что если бы это же зависело от людей, от мирян, церковь давно была бы одна. А если церковь будет одна, не так, как всякая 10-20, да, будет гораздо больше успеха в плане мира между людьми. По итогам обмена мнениями принимают общую резолюцию. Главный месседж – согласие и мир как основа созидания. Вместо осуждения и гнева призывают к терпимости и состраданию, а также обращают внимание на личную ответственность каждого из членов религиозных объединений за происходящее. Помимо гуманитарной помощи населению, пострадавшему во время АТО, намерены организовать интеркультурные мероприятия. Уверены, так можно будет лучше понять друг друга.